Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это. Недавно я посмотрела в аналитику и обнаружила, что 40% людей, которые смотрят мои видео, 40, представляете, не подписаны на мой канал. Это, естественно, меня расстраивает. Так что, если вы хотите чаще видеть контент на моем канале, буду признательна каждому. Признаться честно, сегодня в плане снимать мукбанг не было. Я просто решила заказать себе вкусняшку. Разложила их перед собой и такая думаю, а почему бы не снять мукбанг? Быстренько сделала макияж такой легенький и села для вас снимать контент. Стол получился не вау, но все самое вкусное. Я очень люблю чечевичный суп в сочетании с донером. Также я заказала томбик, но они мне перезвонили. Кстати, такое было впервые. Сказали, что хлеба для томбика нет. Я сказала, ничего страшного, сделайте его в лаваше, сделайте в чем угодно. Я не скажу, что без проблем могут сделать в лаваше, но сейчас попробуем. Выглядит это просто как шаурма, самая обычная. Здесь у нас йогурт и напиток. Чечевичный суп пахнет, конечно, обалденно. И еще сюда вот так вот заливаем лимончик, получается еще вкуснее. Вечером сижу снимать для вас видео, раньше всегда по утрам. Сейчас вечером, переделала сегодня дома столько дел. Вы знаете, когда все закончила, я такая задаюсь вопросом, почему я это все не засняла. Интересный влог бы получился. Это с мясом. Я сделала заказ. И потом уже увидела, что это заведение находится под моим домом. Прикиньте. Я заплатила за доставку из заведения, которое находится под моим домом. Просто когда ты делаешь заказ, ты не знаешь, где находится заведение. Вот такое небольшое место. Вот честно, я не люблю еду в дорогущих ресторанах. Не знаю почему, вот там еда невкусная. А вот в этих вот забегаловках очень вкусно. Начинаю с Макдональдса, заканчиваю разными фастфудами. Я сначала хотела сделать дома чечевичный суп. А потом спросила маму. Мама говорит, я не буду. Мама у нас на диете, она худеет. Я думаю, только на одного человека заморачиваться, готовить. Зачем? Заказала. Так идет. Мясо прям свежее. Огурчик здесь, помидорка, сыр. Томбик это что-то вроде донера, просто он в таком круглом хлебе бывает и такой хрустящий. Хрустящий сверху. Я, получается, заплатила так за томбик, а получила в конце шаурму какую-то недоделанную. Томбик стоит дороже, именно потому что там сверху этот хрустящий хлеб. Точнее, как небольшая такая булочка. Но думаю, ничего страшного. Просто когда отменяешь свой заказ в этом приложении,
тебе возвращают деньги бонусами. Почему бонусами? Почему нельзя сразу посадить на карту? То есть, по идее, у них нет этого хлеба. Это вина непосредственно заведения. Причем здесь я? То есть, денежки садятся вам на баланс, как бонусы, которые нужно использовать в определенный срок, иначе они сгорят. То есть возврат денег произошел не по вашей вине абсолютно, а страдаете, получается, вы. Вообще бессмысленно, согласитесь? Шляпа какая-то. Отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в моем инстаграме. Точнее, я неделю назад поставила опросник и просто ответила там на пару вопросов. Теперь я просто захожу в архив, ищу эту историю и стараюсь отвечать на остальные вопросы, которые я не затронула в предыдущих видео, потому что вопросов реально очень-очень много. Привет, Айка, расскажи, как долго заживают пирсинги. Кто не в курсе, я сделала здесь пирсинг, у меня хеликс и трагус. Вот, я запомнила их название. И мне недавно, вот мастер, который мне делала, она звала еще раз меня. Говорит, не хотите еще что-то? Я говорю, нет. Вот этот у меня быстро зажил. А вот то, что сверху, он тоже зажил, но время от времени немножко побаливает. Хотя это было где-то 10 месяцев назад. Не жалею абсолютно, мне очень нравится. Единственный момент, у меня очень шелушатся уши. Точнее, у меня кожа везде шелушится, просто я ее стараюсь увлажнять. Вот уши я как-то не увлажняю, и они у меня зимой почему-то шелушатся. Здесь очень много вопросов про салтанат. Я не знаю, правильно ли обсуждать подобную тему вообще на мукбанке. До этого мне тоже писали, как-то я выложила пост. Точнее, не пост, а выложила в историю просто ее фотографии. Я очень много смотрю материалов про это все. И в первый день мне реально было настолько фигово от этой ситуации. И вы знаете, дело не только в этой конкретной ситуации, а таких ситуаций очень много. Раньше такое не то, чтобы пресекали, такое просто оправдывали. То есть даже моя бабушка, которой сейчас нет в живых, она считала, что если жена провинилась, муж может ее избить. То есть в то время это считалось как бы нормой. Для меня сейчас это странно. Я никогда не была в абьюзивных отношениях. Я не знаю, каково это. Но мне кажется, человек психологически влияет. И уйти не так уж просто. Я в Ютубе нашла канал, где рассказывают как раз-таки про истории домашнего насилия. И вы не поверите, по статистике, 95% совершают мужчины, а не женщины по отношению к мужчине.
У нас в Азербайджане тоже был случай, когда жена, наоборот, убила мужа. Я зашла в комментарии, просто ужаснулась. Все такие: молодец, хоть кто-то за нас ответил. Люди стали вообще в последнее время очень жестоки друг к другу. У нас в семье никогда рукоприкладства не было. У нас были соседи. Мы жили в частном доме, у нас были соседи. И они постоянно ругались, выясняли отношения и постоянно дрались. Я не знаю, избивал он ее или это было как-то... Но я помню, что их дети приходили к нам и просили у нас помощи. Мы звали наших родителей. Обычно это была мама. Мама бежала к ним в дом и тоже получала тумаков. И вся проблема была в том, что он выпивал и не мог себя контролировать. Потом он как протрезвеет, все, приходил в себя. И она ни разу на моей памяти. Но он не настолько сильно, конечно, избивал ее. Но вот эти вот потасовки были на постоянной основе. Вечно его что-то не устраивало, он выносил ей мозг. Как только выпьет, начинается. У них было 2 ребенка, оба от него. Но в моей памяти он остался как такой агрессивный человек. И все детство я сама тоже его всегда боялась. Хотя, когда не выпивший, он и в огороде поможет. И на работу пойдет. И все замечательно. Идеальный муж. А вот как только выпьет, начинается концерт, да? Потом мы этот дом продали, переехали. Но спустя время, и потом у брата узнала, что ее муж умер. Не знаю, чего он скончался. Но они так и до конца не развелись. Так что, мои хорошие, такие ситуации сплошь и рядом, но в нашей семье, к счастью, такого никогда не было. Никто никого не бил, не поднимал руку. Папа типа как по-соседски пытался постоянно с ним поговорить, что так нельзя, туда-сюда. Он очень сильно огрызался. И ему не нравилось, что типа вмешиваются в его семью. Типа мы поругались, мы подрались, мы помирились, вам-то что? То есть вот так вот было. Причем у него такая сменная работа была. Он в какой-то газовой организации работал. Там, получается, пару дней проработал, там пару дней дома. Вот так вот. И вот эти дни, когда он был дома, обожаю вот эту штучку облизывать. То есть таких вот прям жестоких избиений не было. Но мне кажется, в моей памяти навсегда останется момент, когда их дети пришли к нам, начали кричать, что папа маму бьет. А у нас папы дома не было, и мы, получается, с мамой пошли, побежали точнее. И она так была обнажена, и он, короче, вот так вот прям кулаками, прям в лицо.
Йогурт тоже доели. По идее, одно неосторожное движение, человек может удариться головой об что-то и умереть. Нельзя терпеть насилие в отношении себя. Если вы видите, что такое происходит с вашими близкими, нужно помочь человеку выйти из подобных отношений, потому что это может привести к самым худшим последствиям. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели. Берегите себя. Всех люблю. С вами была Айка.